7 лет назад этот августовский день в Березняках выдался трагичным. Ночная авария унесла жизнь молодого парня. Водитель летел на запредельно высокой скорости, в какой-то момент не справился с управлением и врезался в металлическую опору линии электропередач. От удара стол вместе с бетонным основанием вырвало из земли и сломало пополам. А внедорожник буквально разорвало на части. Этой же ночью в первую горбольницу была доставлена девушка, которая при стечении страшных обстоятельств чудом осталась жива. В полночь она возвращалась домой, когда на перекрестке Челюскинцев-Ломоносова на проезжую часть упал кабель. Как потом установили специалисты, это оптоволокно, принадлежащее интернет-провайдеру. Проезжавшая мимо машина на скорости зацепила этот кабель, провода натянулись и, отпружинив, угодили девушке прямо по шее. В 2015 году в актовом зале 9-й гимназии в этот день не было свободного места. Руководители всех образовательных учреждений города собрались на традиционный августовский педсовет. Подводили итоги минувшего учебного года, определяли актуальные проблемы развития образования в Березняках и пытались разобрать механизмы для их успешного решения. Тогда же, кстати, пришли к выводу, что учебные заведения города мало уделяют внимания предпрофильной подготовке детей, а также приняли решение усилить взаимодействие между школами и учреждениями дополнительного образования. В 2017 году, 26 августа, более 60 березняковских тинейджеров решили провести этот день активно с пользой. Ребята отложили современные гаджеты и вышли на берег первого пруда, чтобы принять участие во всероссийских акциях «Зеленая Россия» и «Чистая вода России».